Глава 10 книги Есфирь. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его, и обстоятельные показания о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Медийских и Персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего.